Итак, давайте продолжим свои тюремные приключения. Вперед. Второй день. Интересно, чем сегодня будем заниматься. Все охранники здесь молодые и еще зеленые. И через несколько лет они уйдут, их заменят новые. Подумать только, что мы заперты здесь в тюрьме, но проживаем дольше, чем эти люди. Забавно. Ну? Уже утреннее собрание. Я хотел бы еще поспать. Ты должен быть внимательным, иначе они по-настоящему могут разозлиться на тебя. Так, сегодняшняя работа заключается в том, что вам нужно уничтожить популяцию ферисов, живущие в лесу периметры. Окей. Значит, это не совсем уничтожить, а просто отбраковать. Каждый, кто убьет ферриса... Каждый, кто убьет ферриса, будет освобожден от других обязанностей до конца дня. Угу. Не забудьте принести доказательства, когда будете отчитываться. О, сократить. Но не просто какого-либо обычного ферриса. Смысл в том, чтобы уничтожить тех, кто пали в неистовость. Ну вот, это уже другое дело. Больше никаких копаний в грязи, как вчера. Сообщается, что вчера пересы растерзали большое количество людей. Веселитесь там. А почему вам не использовать свои левнисы? Это позволит быстро с ними разобраться. Все единицы, что назначены здесь, готовятся к завтрашним военным учениям. И даже если бы это было не так, зачем привлекать большие пушки для чего-то настолько тривиального? Особенно, когда у нас есть вы. А теперь убирайтесь отсюда. А то день пропадет даром. Любой, кто будет замечен, кто не подчиняется приказам, будет уничтожен на месте. Он звучал довольно радостным по этому поводу, вам не кажется? Радостным? Да, подходящее слово. Все, что ему придется делать, это сидеть и наслаждаться шоу, пока мы будем сражаться с безумными феррисами. Я не могу понять, как можно получать удовольствие от такого жестокого времяпрепровождения. Но тем не менее, нам следует идти уже.
Ну что ж, ребят, за дело. Черт, эти стражники прощаются с нами как с грязью. За кого они нас принимают? Я понимаю твои чувства. И все же, ради плана, давай пока что помолчим. Стражники, которые у нас тут, напоминают мне консервативную фракцию в городе. Они проводят все время взаперти в безопасное место. Просто заботьтесь о том, что лежит перед ними. Они даже никогда не видели, что может предложить реальная жизнь. Ой, сегодняшняя работа намного лучше, чем то, что нам приходилось делать вчера. Если мы сделаем это, то будем освобождены от других работ, так что наилучший вариант постараться. Ну, постараемся. Нам нужно убедиться в том, что не спалим. Не спалимся в битве. Да-да, никакого интерлинка. Гондор. А, это вы, ублюдки? Не казалось, что я говорила вам не высовываться. Давайте убирайтесь отсюда. Ты так легко от нас не избавишься. Поступайте, как знаете. Но давайте разберемся с этим, по крайней мере, быстро. Никаких проблем. О, концентрат, привет. Да тут даже бить нечего. 47-й левел. Эй, а ну стоять! Быстрый он. Не говори с таким впечатлением. Мы потеряли его. Нам лучше поспешить за ним. Да. А что насчет этих ребят? Я, конечно, тронута вашей заботой, но они опытные солдаты, понятно. Но... Ну же, вы паршивые ублюдки. Вы собираетесь киснуть от таких маленьких царапин? Как жалко. Вставайте сейчас же. Иначе я разорву вас на части. И скормлю. Перонисом. Черт возьми. Ленивые мерзавцы, клянусь. Да я сложу их где-нибудь в стороне от дороги, а потом найду вас. Давайте, идите. Не тратьте время пустую. Как скажешь.
Пойдем по следам Ферриса. Наши ирисы должны помочь выследить их следы. Они ведут глубоко в лес. Давайте погнали за ним. За ними. Мы не хотим. За ним. Не хотим его потерять. Не потеряем. Астер, да, да. Тем более брутальнее, чем я думал. Думала. Хм. Как они могли впустить эту... Выпустить эту тварь на свободу? Чья это была больная идея? Ну, я думаю, очевидно. Да, Астер, есть вот скилл, сейчас покажу. Вот он, соул-хакер. Видишь, скилл или арт получается. Так что можно не париться. Мы догнали его. Хорошо. А теперь давайте уберем его, и уберем его, пока он не навредил кому-нибудь. Изи. О, как-то мы его завалили. Да, здесь точно. Здесь. Здесь точно они шутят с деталями работы. Ну что ж. Наш долг выполнен. Что теперь? Ну, наверное, стоит пойти и доложить, но... что? Вы уже его завалили? Я же едва успела... проявить всю свою силу. Проявить силу? Да. Тебе действительно хочется сразиться, да? А, ладно. Что сделано, то сделано. Вам лучше ублюдкам поспешить и доложить об этом охране. Ты уверена? Конечно, я уверена. Вы это заслужили, не так ли? В любом случае, поскольку сейчас... здесь не так много внимания устремлено в нашу сторону. Мы осмотримся и определимся с завтрашним днем. Хорошо. Если ты так хочешь, конечно, играть.
Думаю, на сегодня с работой закончили. Пошли доложим. Ну, Астер. Те, которые дают скиллы, у них он не синий, а красный цвет. Вот этих крыльев возле полоски здоровья. Пособираем всякое. Упс. Старый товарищ из отряда однажды сказал мне, что эта территория раньше принадлежала городу. Еще в те давние времена. Это было плодородное место, которое давало много урожая. Покой надежды. Так они привыкли называть это место. И они все еще называют это место также. Это было бы смешно, если бы на самом деле это не было так грустно. Ну, Астер, вот, собственно. Походу, тут где-то был старый город когда-то. Когда наступает время уничтожения монстров, команда Гондора действительно помогает нам. Таким образом, люди на некоторое время начинают вживаться в свои естественные роли. Здесь все помогают друг другу, да? Да. Люди, с которыми ты сидишь взаперти, в конце концов становятся своего рода семьей. Ну, мы тут все семья, да. Интересно, где-нибудь тут Вин Дизель есть? Ой, стоп, куда я пошел? Что-то вспомнился Риддик, если честно. Мы победили Ферриса, который взбесился. О, правда? А где доказательства? Вот. Эти штуки, его рога. Да вы могли бы взять их от любого другого старого Ферриса. Для меня не будет считаться это доказательством. Ты что? Какого черта этот парень действительно действует мне на нервы? Ну, ничего не поделаешь. Давайте вернемся и поищем что-нибудь, что его убедит. Опять ходьба? Отлично. Ну, да. Как это вообще позволительно?
Потерянные числа должны были уже... потерять терпение. Да все в порядке. Просто смирись с этим пока. Да не бомбит у меня. О, вы уже закончили? Более-менее. Что важнее, что вы тут делаете? Позволь объяснить. Похоже, этому охраннику нравится издеваться над вами. Вот, возьмите это. Если вы дадите ему это, даже ему придется оставить вас в покое. Спасибо. Отлично. Гондор помогла. Вот, доказательство того, что мы сделали то, что ты сказал. Точнее, что нам сказали. Что ж, ладно. Похоже, вы и вправду завалили этого Ферриса. Я человек слова. Вы освобождены от обязанностей до конца сегодняшнего дня. Ей! Похоже, вы хорошо справились. Спасибо за помощь, Гондор. Забейте. Кроме того, не хотел поговорить о завтрашнем дне. Дело, говоришь. Я бы хотел бы обсудить детали. Мы выдвигаемся в 8 часов, сразу после начала работ на улице. Мои люди устроят шум снаружи, привлекут охранников и надзирателей. Охранники будут вооружены, так что вам, ублюдкам, придется иметь дело с ними. Используйте элемент неожиданности. А надзиратели? Они мелкие сошки. Я позабочусь о них. Хорошо. А сколько охранников? Около 30. Берем 20 или около того. И будем сидеть перепевающе. Затем мы прорвемся прямо через западные врата. Мы вас прикроем, так что просто бегите. Как мы будем прорываться? Они же не из ткани. Вы, конечно, можете справиться с вратами. Иначе зачем стерва вообще вас послала? Почему ты продолжаешь так называть Монику? Она же твоя мать. Я буду называть ее так, как мне, черт возьми, нравится. Короче, теперь вы все поняли суть плана. Ты называешь это планом? Тут и выбора нет. У нас даже нет никаких мер на случай непредвиденных обстоятельств, не так ли? Держу пари, ты у нас душа компании, придурок. Я бы предпочел уравновешенный, спасибо. В любом случае, мы собираемся перед сторожевой башней 1. После прорыва через врата разделяемся. Вы бежите и не оглядывайтесь, ясно? Хорошо, мы так и сделаем. Отлично, все свободны. Гондор. Пожалуйста, просто будь осторожны. Ты как думаешь, с кем разговариваешь? Ты выглядишь так, будто вы быстро справитесь с вратами. А, я? Кто твой удар первый день? Чертовски крутой удар. Ты точно заставила их попотеть. Спасибо большое. Похоже, кто-то готов к работе. Шаная? Что ты здесь делаешь? Я тоже рада тебя видеть, Гондор. Я была здесь все это время. Ты не заметила? Ой, извини, хочешь медаль? Наглая, как всегда.
Но в любом случае, ты готова к этому? Как ты думаешь, с кем ты разговариваешь? Ладно. Только не облажайся. Вы ж Шанай, друзья с младенчества, так? Да, с самого детства. Я не понимаю. Я не знала. Девчонка не знает, когда ей нужно перестать ходить за мной по пятам. У меня были с ней проблемы. Я слышала, ты провалила отборочный тест на Ураборос. И не в первый раз, да. Я не смогла победить в последнем раунде. Зачем ты используешь Цестус? Ты едва можешь ударить ими. Это бессмысленно. Потому что я подумала, что если воспользуюсь твоим оружием, то смогу уловить частичку духа Гондора. Ты знаешь, что это имя меня выводит из себя. И опять оправдание, да? Прекрати копировать меня. Даже сейчас ты носишь мои перчатки. Точно, хватит, дура. Нечего сказать все оправдание? Это раздражает. Неужели у тебя нет никакой оригинальности? Неудивительно, что ты проиграла. Неудивительно, что тебя никогда не выбирают. У нее свой стиль. У нее свой. Почему до нее не доходят? Я так устала от этого. Эй. Они выглядят уверенными. У нас все в порядке? Все идет по плану. Все в порядке. Все. Мы не можем позволить себе провалить завтрашнюю миссию. Я действительно надеюсь, что все пойдет по плану. Должно. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это сработало. Ну, Шаная, к сожалению, так не думает. Увы. Итак, сегодня день, когда мы совершим побег отсюда. Все готовы? Манана много-много отдохнула, чтобы быть готова бежать быстро-быстро. Так, время, которое указала Гондор, это сразу после начала работы. На... снаружи. Мы должны не высовываться и работать, пока она не даст сигнал. Нам придется снова слушать этого говнюка на утреннем собрании, да? Последний раз, однако. Друзья, сосредоточьтесь. Верно. Пора собрать все воедино для побега. Когда мы совсем разберемся, пойдем в центральный блок. Центральный тюремный блок. Кровати здесь просто ужасные. Я почти не сомкнул глаз. Ой, храп. Меня не одурачит. Умереть раньше бабушки. Это тяжело. Так не должно быть. Но я... решил жить как член
потерянных чисел ради города. И будь я проклят, если не выполню свой долг. Будем надеяться, что все пойдет по плану. Все зависит от вас теперь. Нет, от тебя вообще-то. Интересно, что он наш босс сегодня скажет? Да, это будет здорово. Ух. Охрана здесь довольно надежная. Я вполне могу поверить, что Кисамы единственное, кому удалось выбраться отсюда. Но мы собираемся все изменить. Мы будем теми, кто смогли пробраться внутрь и выбраться обратно. Верно. Давайте убедимся, что мы не собьемся с пути, пока миссия не будет выполнена. Фе, вряд ли нужно что-то говорить. Если это поможет победить Мёбиус, я с радостью поставлю на победу свою жизнь. Да, я бы с удовольствием вернула свою накопленную ярость. И горечь от того, что все эти годы была заперти. Ну, ребята, все готовы. Ай, блин. Наша миссия состоит в том, чтобы спасти Гондор из лагеря заключенных. Она знает, где находятся истинные королевы. Так что просто, чтобы убедиться, что у вас точно все приоритеты расставлены как надо, хорошо? Не забывайте, для чего вы здесь. Если мы не вытащим Гондора отсюда, у города не будет будущего. Мы должны идти вперед, во что бы то ни стало. Да, сделаем это. Наконец-то. Этот чертов надзиратель получит хорошую сбучку. Это не наша основная цель. На случай, если ты забыл. Мы их всех уничтожим. Всех до единого. А, хотя, стоп, он вполне мог сказать, мы их всех вытащим, в смысле заключенных. Так что тут как бы двоякий. Убедитесь, что вы это сделаете. Мы рассчитываем на вас, Ураборос. После столько времени в тюремных камерах ты начинаешь забывать, зачем вообще присоединился к потерянным числам. Что заставило тебя стать солдатом? Конечно же, чтобы стать немного ближе к нашим любимым основателям. Я действительно надеялась, что нам дадут шанс сдать экзамены на становление Ураборосом. На кандидата в становление Ураборуса. Заключенные, которым не удалось сбежать, вероятно, будут казнены в день затмения. Так что вам нужно убедиться, что вы с Гондором справитесь хорошо. Ну, тогда твой побег не менее обоснован. Я просто не знаю, хватит ли мне сил. Чувак, ты типа... По-моему, он спаунился не совсем в том месте, где нужно. Ну, ладно. Наконец-то. Да большой толчок. Вы все и Гондор
выберетесь отсюда. Я позабочусь об этом. Мы и тебя вернем в город, не забывай об этом. А, не, я не буду, не волнуйтесь. Первое, что я сделаю, когда приду в город, наведаюсь в столовую Мичибы, чтобы поесть вкусной еды. А. Я думал, что мне суждено жить и умереть в этом месте. Но в итоге мне выпал шанс рискнуть своей жизнью, сражаясь как часть потерянных чисел. Теперь это вопрос мужества. Я буду поддерживать вас всех, всем, что у меня есть. Это будет моим способом отплатить за погибших товарищей. Значит, вам, ребят, тоже трудно следовать за Гондором, да? Защищать Миледи от вреда — наш священный долг, что бы ни случилось с ней. Ничего себе самоотверженность. Если бы пришлось обменять свою жизнь на безопасность Миледи, то я с радостью соглашусь на такую сделку. Какой замечательный, превосходный план. Миледи действительно что-то с чем-то. То... Мы сделаем это. Во что бы то ни стало. Ну что ж. Вот и оно. Вы полностью разобрались с тактикой? Конечно. Она въелась в саму материю моего мозга. Да? Ну что ж, тогда тебе лучше не облажаться. Или я так глубоко засуну эту ногу тебе в задницу, что ты будешь... видеть мои шнурки, короче. Понятно. Сама доброта. Что ж, похоже, что учения пройдут по плану. И мы практически останемся без охраны. Ну что ж, с нетерпением жду возможности поменяться ролями с этими большими шишками. Так, вот ваши обязанности на сегодня. Вы должны собрать... прекрасные ростки и пушистые ушки облаков. Да. Кроме того... ниже приведены задания для заключенных, которые вчера победили Фейриса. Вам поручено уничтожить графов, что пасутся возле входа за периметром.
Стоп, только мы? После того, как графы будут уничтожены, вы также будете должны уничтожить четырехкрылых. Наконец-то. И наконец-то наведите порядок в зоне хранения пищи, продуктов. Мне кажется, ли нас сегодня загрузили больше? Как только вы с этим закончите, вы приступите к обычным обязанностям вместе с остальными заключенными. На этом все. Свободно, теперь приступайте к работе. Отлично, все. Можно сказать, великолепно. Этот придурок ожидает, что мы сами со всем этим разберемся, да? Мы были такими образцовыми заключенными, уверен. Мы ему понравились. Нам тоже пора идти. Да. Отрабатывайте за вчерашнее. Угу. Да уж. Так, мы должны выйти отсюда, потом налево. Посмотри на себя. Кому-то не терпится. Мы серьезно должны продолжать это делать. Мы почти готовы взорвать это место. Мне это тоже не нравится, но мы не можем позволить себе вызвать подозрения у охраны. Так, это, собственно, наши герафы. Да, забудь о тупой работе. Это как раз то, что мы... Стоп. Заботиться о тупой работе, это как раз то, что мы, образцовые заключенные, должны делать. О, да. Они же ничего не делают. Не, Астер, вряд ли. Что? Сюжет линии. Ну, Астер, именно ради этого мы выполнили столько сайдов, чтобы проблем не было. Мы еще бонус опыт не используем, там 100% 65 уровень, наверное, будет. Если не больше. Так. Еще одного.
Отлично. С этой работой мы разобрались. Все еще нет сигнала. Интересно, не пошло ли что-то не так? Мы не можем позволить себе вызвать подозрения до получения приказа. Мы просто должны потерпеть эту работу, какой бы она отвратительной ни была. Серьезно. Наш ход. Так, ребята, убирайте охранников. Ах да, прославленный план. Ты все еще ноешь по этому поводу? Да, ною. Все так запутано. Это так похоже на тебя. Эй, если это поможет сделать работу, то в чем проблема? При условии, что все сработает. Сработает. У нас все получится. Ну же. Как скажешь. Так, отлично. Теперь мы разберемся с часовыми, как и планируем. А, да, мы должны воплотить этот план в жизнь. Иначе... Иначе все плохо будет. Так, ребят, тут я порежу запись. Так что, если вы смотрите запись, увидимся в следующей.